Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Oppo Reno 10. И сейчас я покажу вам, как восстановить настройки камеры. Итак, для этого мы открываем камеру. Далее нажимаем на три точки в правом верхнем углу и выбираем настройки. Здесь мы проходим в самый низ и нажимаем «Восстановить настройки по умолчанию». Нажимаем «Восстановить настройки». И таким образом восстанавливаем. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.